Здравствуйте. Ваша фамилия Шерстнева? Шерстнева Наталья Павловна. Да, Наталья Павловна. Гончаривка. Вас ищет Зорина Ирина. Ага. Пишет. Здравствуйте, я Зорина Ирина. Ищу родных. Если можете, помогите, пожалуйста, узнать, живы ли они. Я Шерстнева Наталья Павловна. Проживаю в Гончаровка, Гагарина, 72. Все хорошо, живы-здоровы. Тетя Галя Дейнека тоже жива. Вас скучаю очень. Целую, люблю, жду. Думаю, мир таки будет. Не обижайте Данечку. А вас не обижают тут? Нет, кто нас обижает. Помогают ваши, хлеб дают, воду привозят. Здравствуйте! Лариса Михайловна? Да. Чаплыгина? Да. Вас ищут. Кто? Юлия Носова. Точно, это с Канады. Вот точно. Значит, она пишет: здравствуйте, Алексей, это я. Угу. Прошу прощения за беспокойство. Я видел ваши видео в Ютубе. Дякую за работу, которую вы делаете. Я живу в Канаде. Два покинутых тети. По последних данным судже в Курской области. Может ли вы помочь узнать, как они? Я Чаплыгина Раиса Михайловна. Живу на Гончаровке, в Суданском районе, дом 49. Юлечки, привет. Что еще сказать? Скажи. За родственницу, которую спрашивали. Что я сказала? Все, что хотите, все, пожалуй, что пожелаете. Ну, вот так живу. Не знаю, тетя Таня намного хуже.